21 декабря 2019 год. Я нахожусь внутри здания Сухумского вокзала железнодорожного. В этом здании был вокзал железнодорожный и автобусный. Тридцать лет после развала Союза, 27 лет после окончания грузино-абхазской войны. В таком состоянии находится 80% наикрасивейших зданий в республике, в государстве Абхазии. Очень больно за все это, обидно, и сердце просто кровью обливается. Вот такая она, Абхазская республика. По нечетным числам отправляется в Москву поезд Сухум-Москва. Сейчас он стоит на перроне. Очень тепло на улице. Плюс 16 градусов. Солнышко, тихо. Абхазия, Сухум, 21 декабря 2019 год, плюс 18 градусов на солнышке сейчас. Это поезд Сухум-Москва будет отправляться. Я поеду в 6-м вагоне. Наикрасивейшее здание было в советское время, Сухумский вокзал, как и все остальные вокзалы, были очень красивые здания. Ну, сейчас вот в таком состоянии уже 27 лет, вокзал нерабочий, все входы заколочены, там были очень красивые двери резные.
деревянные. Можно? С утра холодно было, кто-то в курточках, а кто-то в майках сидит, загорает на скамейке. Очень тепло, такой тихий, теплый день солнечный. 21 декабря 2019 год. И это Сухум.